Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net, Unit 1, секция 5, упражнение 110. Write a letter to your British pen friend and describe your favorite club. Напишите письмо своему британскому другу по переписке и опишите ваш любимый кружок. Начнем письмо с приветствия. Будем писать Джону. Dear John, I'd like to tell you about my out-of-school activities. Дорогой Джон, я бы хотел рассказать тебе о своих внеклассных занятиях. Выражение out of school activities можете занести в свой словарь и дальше им пользоваться. I have a lot of hobbies, but I like best of all painting. So, as a result, I choose the drawing club. У меня много увлечений, но больше всего мне нравится рисование. Как результат, я выбрала художественный кружок. I very like to draw in the open air. Outside we listen to birds singing, watch variegated leaves falling and try to reproduce this beauty. Я очень люблю рисовать на природе. На открытом воздухе мы слушаем пение птиц, наблюдаем за падающими разноцветными листьями и пытаемся передать эту красоту. My dream is to become a famous artist one day and to make exhibitions of my works. Моя мечта – стать однажды известной художницей и устроить выставки своих работ. How are you? Do you have favorite hobbies? Tell me about your out-of-school activities, please. Как твои дела? У тебя есть любимое занятие? Расскажи мне о своих внеклассных занятиях, пожалуйста. Best wishes, Lena. С наилучшими пожеланиями, Лена. Итак, мы с вами составили письмо нашему британскому другу по переписке и описали наш любимый кружок. Вы можете воспользоваться данным письмом, либо на основе этого письма сделать свое. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.